Универсальные клематисы. Есть растения, которые можно использовать в качестве фонового или для создания флористических композиций. Это клематисы, являющиеся по своей сути древовидными лианами, пригодные для организации конвейера цветения. Чтобы клематисы на протяжении всего лета, с весны до поздней осени радовали окружающих своей красотой, нужно правильно подобрать сорта. При подборке сортов для фоновой посадки учитывается не только яркость и форма цветка, но и продолжительность цветения. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.